Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform.TV. Несколько минут назад журналисты сообщили трагическую новость. Ушел из жизни великий солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, умер в возрасте 48 лет. По предварительной информации, причиной смерти певца стала сердечная недостаточность. Уже чуть позже его директор и продюсер Аркадий Кудряшов уточнил, что Шатунов скончался от обширного инфаркта. Как уточняется, певец умер в больнице в Домодедово. Новости о смерти Шатунова уже подтвердила его супруга, которая дополнительные комментарии давать была просто не в состоянии от шока. А также ее подтвердили два источника в медицинских кругах. При этом Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила, что Шатунов умер в автомобиле скорой помощи, которая приехала на вызов. Напомним, артист редко жаловался на здоровье и активно давал концерты. 3 года назад Шатунова госпитализировали с проблемами гайморовой пазухи. Воспаление могло сказаться на работе мозга, поэтому была сделана плановая операция. Процедура при этом прошла успешно, и певец вновь вернулся к гастролям. Звезды сейчас скорбят по скоропостижно ушедшему артисту. Многие в своих телеграм-каналах уже высказали слова скорби. Напомним, у Юрия осталась жена, с которой он прожил почти 20 лет. Вместе они растили 2 детей – сына Денниса и дочь Стеллу. Девочке всего 9 лет. Мы приносим соболезнования родным и близким артиста.